Сегодня день, когда ветераны Министерства внутренних дел могут с улыбкой вспомнить молодые годы, свои победы, старых друзей, сослуживцев и коллег. Сегодня вы являетесь для всех сотрудников примером трудолюбия, преданности выбранной профессии и верности служебному долгу. Свой праздник ветераны ОВД отмечают с 2011 года. Сегодня они с удовольствием принимают поздравления от друзей, родных и бывших коллег. Дух сплоченности и радости витал в актовом зале Дома культуры «Солнечный». Офицеры, ветераны МВД, люди слова, чести, доблести в труде, так нужны сегодня вы, России, ветераны МВД. Ветеранов органов внутренних дел поздравило руководство МУ МВД России Одинцовская. Я хочу пожелать в этот день, чтобы вы всегда оставались востребованы, чтобы у вас всегда была реальная возможность передать тот неоценимый опыт, наработанный годами молодому поколению, чтобы вас всегда ценили, уважали, чтобы у вас было всегда семейное благополучие, чтобы заботились о вас. В знак признания заслуг ветеранам полиции вручили благодарственные письма, почетные грамоты и медали «100 лет милиции». Вспомнили и о погибших при исполнении служебного долга, о тех, кем мы гордимся. В Одинцовском районе 7 сотрудников награждены орденами мужества, один из них дважды. 6 сотрудников награждены медалью за отвагу. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством и за охрану общественного порядка, это я перечисляю государственные награды, большое количество сотрудников награждены. Для ветеранов МУ МВД России Одинцовская выступили ансамбль русской песни «Россияночка», хореографическая студия «Магнифика Шоу Дэнс», солисты Дмитрий Раскатов и Мария Виноградова. Бывших полицейских не бывает. Даже на заслуженном отдыхе ветераны ведут активный образ жизни, делятся опытом с молодыми сотрудниками, оказывают посильную помощь в поимке преступников, вносят свой вклад в дело охраны закона и порядка. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».